Оформление кредитных каникул, социального паспорта, помощь с трудоустройством и оплатой услуг ЖКХ, консультации по получению материальной помощи и льготам. Это только малая часть вопросов, с которыми пришли в администрацию Ленинского района родственники тех, кто мобилизовался. Мы понимаем, что эта работа, она у нас не на один день. Мы готовы семьи патронировать на постоянной основе. Они остались без мужского надежного плеча, и вот это плечо должны подставить мы. Все общество должно консолидироваться для того, чтобы реально вот облегчить жизнь в этих семьях. Сейчас родные и близкие военнослужащих испытывают стресс. Многим требуется психологическая помощь. Глава района предложила участникам встречи объединиться, создать общий чат в социальной сети, чтобы сообща решать все возникающие вопросы. Когда есть такая поддержка и человек, то есть идет администрация к тебе навстречу, это очень важно. То есть ты не одна в этой ситуации. И получается, ты понимаешь, что тебя кто-то поддерживает, и все с тобой будет хорошо. То есть муж вернется, ну и тут решатся кое-какие проблемы. Это очень здорово, это обязательно надо, я считаю, даже по всем районам Самарской области. Подобные консультационные встречи с родственниками военнослужащих в регионе проводятся регулярно во всех внутригородских районах Самары. За семьями мобилизованных закреплены специалисты от районной администрации, которые всегда на связи, готовы помочь и поддержать. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.